Друзья, всем привет! Я всех приветствую на канале «Гаджеты, обзоры, металлопоиск». Меня зовут Александр, я вас поздравляю с наступившим 2021 годом. В данном видео я распакую очередные 4 посылки у нас здесь. В основном тематика данных посылок у нас будет занавески, одежда, ну и некоторые электронные приборы. Что ж, сразу после заставки канала, погнали! Итак, у нас с вами здесь больше всякой одежды, занавесок, но есть один электронный прибор. Давайте по порядку с вами побежим. Ну, начнем, например, вот с этой посылочки. В данный момент на экране описание лота, стоимость в рублях, долларах, время, за которое посылка до меня добралась. Это у нас должны быть, по-моему, тюли. Посылочка снова не для себя. Вот это у меня тут один постоянный заказчик, которому я, естественно, передаю привет. Сейчас мы посмотрим. Что у нас здесь? Ага, да, это у нас такие тюли, они у нас уже были. По качеству они человека устроили. Вот это у нас дополнительные. Ну, как всегда, он у меня очень подробно все это дело описывает по своим впечатлениям, а я прикрепляю в первом комментарии под видео. Соответственно, туда переходим, кому интересно. Изучаем, все ссылки, как всегда, в описании под видео. Можно переходить, посмотреть, кому понравится, заказать. Вот, не буду здесь долго останавливаться. Так, еще у нас одна сходная с этими тюлями посылочка с занавесками уже здесь. Curtains. И опять-таки, такие у нас уже занавески были. Вот, человек тоже уже дозаказывает. Ну, в принципе, по-моему, нормально, вполне себе качество. Единственное, нужно понимать, что в заказе это стоимость за одну занавеску, не за две. Вот. Если посмотреть и посчитать, что это за две, то получается действительно очень выгодно. Ну и у вас будет неприятный сюрприз, когда вы получите всего одну занавеску. Они такие плотные достаточно. Ну, все впечатления уже заказчика были в одном из предыдущих видео, но здесь я их также в первом комментарии под видео дополнительно процитирует. Здесь все по-серьезному уже. Здесь у нас такие очень плотненькие, 100% полиэстер. Давайте этикеточку покажу разбирающимся людям. Вот, смотрите, made in China. Но сделано все достаточно добротно, хотя не без вот ниточек торчащих. Все-таки чуть-чуть ниточки есть. Но ниточки обрезаются, это не проблема. Материал такой плотный, занавесочки такие добротные, серьезные. То же самое, можно переходить, изучать. Ссылки под видео также будут, можно переходить и по ним. Теперь дальше у нас с вами следующая посылка. В данный момент на экране описание этого лота. А этот лот у меня ждет сын. У нас он заказывал у меня. Чуть какой-то пакет вообще не рвущийся. Не знаю, что это такое. Бронированный какой-то пакет просто. Все понятно. Вскрыл. Так, вот такая вот у нас получается футболочка с Соником. Такого я еще не заказывал, поэтому нормально вскроем и посмотрим. Так, вот такая вот футболка, вот такой вот прикольный Соник. Качество печати немножко зернистое, но это из-за качества самой футболки. Вот, немножечко ниточек, ну понятно, это допустимо. Хотя она даже никуда и не крепится, эта нитка. Так. Ну, швы вроде все нормально, здесь никаких явных ляпов, дырок. Каких-то там обрывков, чего-то я здесь не вижу. Все более-менее достойного качества. С двух сторон на Соник. Все, по-моему, все достаточно достойно. Так, ну, соответственно, фотография футболки с Соником в данный момент на экране. Так, а мы переходим к последней посылке. В данном видео у нас остался электронный прибор. Это у нас посылочка в данный момент на экране, описание этого лота, стоимость в рублях, в долларах, время, за которое посылка до меня добралась. У нас прибор, относящийся немножко к здоровью и к гигиене. Вот.
Помимо всего прочего, еще и это устройство, которое вроде как еще и относится к немножко к компании Xiaomi, но это так очередной саб-бренд, то есть то, во что Xiaomi вложилось. Здесь нет непосредственного бренда Xiaomi на устройстве, здесь BeBird у нас бренд вот такой любопытный. Суть этого устройства в очистке ушной раковины, то есть... Фактически это замена тех самых ватных палочек, которыми многие люди чистят уши. Вот. По информации из интернета, что ватные палочки, они очень неподходящий инструмент для чистки ушей. Дело в том, что ватной палочкой вы частицы ушной серы загоняете максимально глубоко, что впоследствии вплоть до того, что может привести к потере слуха в старости. И вот здесь вот появляется вот такое устройство, которое сочетает в себе чистящее устройство для ушной раковины и еще эндоскоп. То есть вы можете этим устройством не просто орудовать у себя в ухе, но и наблюдать, что у вас там в ушной раковине происходит в этот момент. Тем самым вы ювелирно, что называете, можете почистить уши. Вот, сейчас это устройство я, во-первых, распакую, во-вторых, обязательно его протестирую. Вот, и все свои впечатления, естественно. Ну, либо в первом комментарии под видео, либо, может быть, даже что-то успеется в рамках самого видео озвучить. Так, вот такое вот у нас устройство. Так. Здесь есть зарядный кабель microUSB на USB. Здесь есть у нас чистящие насадки разных размеров. Такие вот. Здесь есть само устройство. Вот такое оно очень компактное. Включение-выключение кнопочка, зарядный порт. И вот, собственно говоря, чистящая поверхность. И вот здесь у нас эндоскоп встроен. То есть вы можете еще и наблюдать, что вы, где вы там чистите. Так, значит, коробка у нас достаточно презентабельный внешний вид имеет. Для подарка устройство отлично подойдет. Кто любит читать надписи на коробочках, вот, можно это проделать, пожалуйста. Так, приложение у нас занимает примерно 17 мегабайт. Выглядит у нас оно примерно вот так. Можно его для Android, для iOS установить без проблем. Сразу же после установки приложения потребуется выбрать вашу модификацию. Здесь есть Note 3, R1, M9 Pro, X7 Pro, X17 Pro, C3 T5, C3 Pro, T5 Pro, A2, A2 SE, B2 Pro, K10, B1 или BB1. В моем случае это C3. Что любопытно, вот это вот устройство является самостоятельной Wi-Fi точкой. То есть оно создает отдельную Wi-Fi сеть, которой вы цепляетесь со смартфона, и только после этого приложение сможет оперировать и передавать изображение с него. Вот такие вот интересности. Так, ну что ж, друзья, давайте примерно представим, посмотрим точнее, как оно у нас работает. Ну, так как оно у нас все-таки для ушей, поэтому, наверное... Ну, как-то так. Так, ну, в общем, делюсь с вами впечатлениями про это устройство. Одно из самых необычных устройств вообще, которые я за последнее время видел. То есть, действительно, камера очень хорошо работающая. Удобно подлазить практически везде в ушной раковине. Вот. Причем некоторые области ушной раковины вот, ну, при прощупывании вот так оказываются достаточно чувствительными. И просто так по ним поскребсти, в общем-то, может быть достаточно болезненным, оказывается. Не всегда удобно подлезть, вот долго тут приходится приноровиться, тут некий навык, в общем, нужно выработать, конечно же, для чистки. Но в любом случае устройство позволяет очень качественно произвести очистку ушной раковины. А не просто там все это размазать, что у вас там в ухе находится, по стенкам, еще и часть запихнуть внутрь. Здесь все полностью под контролем. Крутейшее устройство, всем рекомендую.
Все ссылки будут в описании под видео. Переходите, изучайте. На сим же я видео буду заканчивать. Вам большое спасибо за просмотр всего видео до конца. В самом конце, как всегда, спонсоры, а ими являются международные площадки AliExpress, Tmall, Jerbest и Banggood, список лучших товаров. Там же в описании под видео. Естественно, если вам видео понравилось, не забываем поставить жирный лайк. Кто не подписан на канал, подписываемся, нажимаем на колокольчик, делимся ссылками на видео и на канал с друзьями в социальных сетях и мессенджерах. Не забываем поддерживать канал донатами, особенно в криптовалютах. Все, всем удачи, пока!